пока продолжаете вы обреченно стенать о сорванных в этом году променадах в Париже? На койках больничных вновь учатся люди дышать. И звук их дыхания мы даже в беспамятстве слышим. Зима. В новогодние хлопоты мир погружен, смертельно уставший от всех социальных дистанций. Но он уже знает, что значит позиция прон, и ведает, как это боязно с маской расстаться и вдруг ощутить. По-другому здесь время течет. И Ноем становится врач, и палата ковчегом. Скромнее желания. Только бы увидеть еще весною цветы, что пока схоронились под снегом. Как хочется, хоть ненадолго прервав этот бег, с родными болтать и насаживать мясо на вертел, и выспаться впрок, и забыть, что порой человек в телесном своем естестве неожиданно смертен. Земля постепенно заходит на новый виток. Свой ритм, несмотря ни на что, не меняет природа. А нам остается лечить и давать поток любви, понимания, терпения и кислорода.